Друзья, всем привет и вашему вниманию 1 гривна украинская 2001 года, которая не прекращает удивлять своими браками. Посмотрите на цвет. Разный цвет, то есть при штамповке данного экземпляра, скажем так, не хватило покрытия золотистого, и часть данной монеты, она белая. Это видно невооруженным глазом. Вот целый, скажем так. Сейчас я как-то так покажу, чтобы свет. Вот видно, да? Аверс и на реверсе все то же самое. Опять же, нашел эту гривну среди 300 других гривен. Найти очень тяжело. Браки в гривнах. Вот видите, да? То есть вот желтый цвет идет. И рядышком огромная полоса белого цвета. Это говорит о том, что просто не пропечаталось вот это вот напыление. И вот смотрите то же самое с другой стороны монеты. Вот это видно прекрасно. Такую монету можно у меня будет приобрести за 80 долларов. Так как такой брак очень редкий. Это все гривны из копилок. Никто их там не шаманил, ничего с ними не делал. Вот еще раз показываю, насколько... Ну, в руках, конечно, визуально без камеры это намного интересней. Смотреть и лучше видно. Бросается моментально в глаза вот этот, скажем так, разноцветность этой гривны. Очень интересно. Никогда, кстати, такой не видел. Вчера в интернете покопался и не нашел такого брака. Так вот еще покручу. Вот видите, да, вот эта вот левая сторона наша, вот она, вся белая. Вот так, друзья, подписывайтесь на канал. Комментируйте и, конечно же, покупайте. Все мои лоты вы можете приобрести на Аукра. Это украинский лот. Украинский сайт аукционов. Всего доброго.